Итак, давайте вскроем посылку. Посылка была заказана 3 марта. Сегодня 2 апреля. Заявленный вес посылки 2340, хотя когда на сайте я оформляла посылку, то там вес был 2700. То есть, в принципе, можно было бы, конечно, еще что-то посылку им добросить. Вес позволяет. Ну, вот как-то на сайте все было сделано иначе. Открываем посылочку. Значит, упаковочная бумага. Смотрим с вами, что же нам пришло. Значит, смотрим. Колпачок от какао-масла. Какао-масло сейчас с вами будем искать. Итак, первое. Это вот такая вот салфеточка с логотипом сайта iHerb. Это вот такой вот мини-подарочек. Следующий мини-подарочек, который не был заказан. Это тоже пробничек. Вот такой вот конфетки, которую я знаю, что очень многие любят. Многие заказывают большими пачками. Вот попробуем. Если понравится, то тоже заказывать будем. Дальше. Из мной заказанного. Значит, это вот такая, не знаю, люфа, спонжик, да. Было написано, что это для лица. Такая подушечка специальная. Здесь можно увидеть. Да. Ну, честно говоря, она такая твердая. Не знаю, как получится. Или не получится ей что-нибудь, как говорится, вытирать, обтирать. Да, очень твердая, она очень жесткая. Очень жесткая. С этой стороны, конечно, мягенькая. Это понятно, резиночка. Надеваем на пальчики и вперед какие-то участки кожи. Не знаю, конечно, как я буду это лицо тереть, но посмотрим. Дальше. Следующее. Это чай. Манго. Без кофеина. 20 пакетиков. Значит, 100% натуральные ингредиенты. Вот можно увидеть. Да. Гибискус в составе. Очистки. Корки от апельсина. Лимонграсс. Подсолнечник. Запах. Ароматизатор манго. Лимонная кислота. Вот. В общем, не знаю. Думаю, что чай понравится. Посмотрим. Так. Следующее это я заказывала. Значит, такой флакончик. Это запах французской лаванды. И брызгать. Честно говоря, я думала, флакончик как-то будет побольше. На сайте он казался побольше. Ну. Значит, смотрим. В составе это вода, глицерин, вот, вытяжка из лаванды. Ну, говорят, что хорошо брызгать на подушку, чтобы самим хорошо засыпать, дети хорошо засыпали. Ну, будем смотреть. Значит, следующее. Вот это тот продукт, от которого колпачок почему-то лежал наверху. Вот это 100% какао-масло. В составе тоже видим, что это 100% какао-масло. Использование только наружное.
Значит, использовать его можно на сухие участки кожи. Ну вот, выглядит оно вот таким образом. Стик такой. Не выкручивается ничего, просто пальчиком так вот выдавливается. Вот, на ощупь твердый. Ну, пахнет нереально. Вот просто шоколадка настоящая. Я думала, какой-то запах будет немножко не такой. Ну, честно говоря, натуральная шоколадка, как вот мы ее разворачиваем из обертки, из фольги. Вот, запах очень приятный. Хочется, конечно, откусить, попробовать. Вот. Ну, в общем, будем пробовать. Будем пробовать мазать на грубые участки кожи. Это локти. И, не знаю, пятки. Кто что мажет. Значит, следующее. Это были мной в довесок взяты два бальзама. На них была как раз еще и скидка. Первый бальзам это с... Опять-таки маслом какао. А второй это с вкусом граната. Видите, они в отдельном пакетике. Я не знаю особого смысла запаивать в такой пакетик. Я их не вижу. Ну что ж, спасибо за пакетик. Так. Достаем. Посмотрим с вами. Первое, вот это у нас это видите отметка, что это органическое, да, здесь вот оно заклеено. В общем, одной рукой расклеить мне не удается. Здесь тоже видите с маслом какао, бальзам для губ, пчелки нарисованы, запаха. Запаха нету. Здесь стойкий запах. Запах мыла. Вот этого мыла, которое является одним из фаворитов, продуктов фаворитов на сайте iHerb. Это африканское черное мыло с алоэ, витамином Е и овсянкой, да, вот черное мыло. Запах могу сразу сказать, что на всю посылку, и мало того, что на всю посылку, еще и из посылки. Запах действительно пахнет то ли барбарисом, то ли дюшесом, не знаю, определить не могу, но вот что-то. Что-то типа такого. Значит, следующее это спрей кристалл, дезодорант для тела без алюминия, различных хлор гидратов, гипоаллергены, без запаха, без парабенов. Вот. Будем смотреть. В общем, попробуем. Да? Следующий тоже один из бестселлеров, так скажем, на сайте. Это натуральная арахисовая паста. Я брала без всяких вкусов. С натуральной пастой я уже, в принципе, знакома. Ну вот, пробовала ее неоднократно, когда была в Германии. Вот. Состав здесь, в принципе, можно сказать, впечатляет, потому что в составе здесь идут только орехи, в данном случае это арахисовые, затем сок из тростника, пальмовое фруктовое масло, не знаю, какое-то пальмовое фруктовое, в общем, масло, да, пальмовое, и соль. В общем, баночка не жестяная, баночка пластиковая. Вот. Будем пробовать и распробовать. Так, следующее это масло ши, да, которое было мной заказано.
Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, что у нас там такое. Так, ну, баночка запаяна, видно, да? Ну вот, масло ши очень полезно для кожи. Его добавляют в крема различные. Запах, как я и говорила, запах, да, перебивает. Запах перебивается. Еще следующий мной заказанный продукт, это был крем. В общем, для молодых мам. В общем, крем для груди при каких-то, не знаю, трещинах. В общем, не знаю, вроде как почитала отзывы. Отзывы неплохие. Крем полностью запаянный. Видите, вот здесь вот полностью вся туба, да, и открыть ее невозможно сейчас. В принципе, мне сейчас пока не нужно ее открывать. Вот такой дозатор там. Не знаю, будем пробовать. Вот. Посмотрим, как оно будет. Так. Дальше у нас были заказаны мной тоже в довесок такие вот медовые палочки. Палочки из органического меда. Вот там таких 5 палочек. Не знаю, попробуем. Мед цветочный. Вот такие Glory Bee. Тоже вот у нас есть отметка, что это органический продукт. В общем, попробуем. Это у нас макулатурка, да? Это тоже у нас такой брошюрка. Кстати, смотрите, брошюрка на русском. Перевернуть, да, на русском языке. Вот, хотя очень многим приходят на английском языке. Ну, здесь вот у нас на русском. Следующее тоже в довесок. Это были заказаны такие вот жвачечки со вкусом корицы. Корица, да. Как-то, честно говоря, я ожидала, что они будут немножко другие. В том плане, что они там как-то болтаются, шевелятся. Не знаю, почему-то я думала, что действительно будут другие. Так, и последнее, что у нас осталось. Честно скажу, я не помню, что бы я могла здесь такое заказывать, что можно было так вернуть. Ага, да. Да-да-да. О самом-то большом, как говорится, и забыли. Это, значит, шоколадный сироп. Вот шоколадный сироп, 355 миллилитров. Значит, как здесь написано, что без калорий, без жиров. Его состав. Действительно пишут, что total fat zero. Вот. Не знаю, холестерина 0, сахара 0. На первом месте вода, потом какао-порошок. То, что придает карамельный цвет, это, видимо, карамель какая-то. Натуральный ароматизатор. В общем, морская соль, ваниль. Все-таки бензонат натрия, видимо, есть. Не знаю. Будем пробовать, будем смотреть, что же это такое. Все, у нас посылочка пустая.